Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идет своим чередом. Машенька, Машуня, Черняк. Я уже писала в Яндекс.Дзене. Я говорила, у меня есть канал на Яндекс.Дзене. Потом в Телеграме. Они точно так же называются, а жизнь идет своим чередом. Я не стала менять название, мне так нравится. Вот, я сегодня думала, очень долго думала, выйти погулять, не выйти погулять. Ну, решила, погода классная, но ветрено, очень ветрено, просто. Взяла с собой и куртку. Типа теплее, но хочется уже, знаете, хочется уже как-то по-весеннему, но середина мая, и так холодно, ветрено, прям, видите, наверное, слышите такой ветер. Я нахожусь на набережной, река, Москва-река, вот, одела, не так уже хочется... Браслетики свои, браслетики, вот кольца, браслетики. Всю зиму не надевала. Почему? Потому что как-то, ну, да это холодно. Не знаю, почему. Вот сзади меня, видите, да, река? А сейчас еще камыши. Камыши еще, вот, сейчас я вам их покажу. Переверну камеру. Камыши еще очень-очень, еще не зеленые, конечно. Ну все, хватит на меня смотреть. А вот я вам уже говорила, что очень-очень ветрено. Видите, какие волны на реке. Зато небо красивое, красивое-красивое небо. Кусты уже зазеленели. Вы заметили, что я люблю показывать на природе, я люблю показывать природу. Такой интересный куст. Вот-вот зацветет это дерево, видите? Бутончики. Хоть и холодно, но все равно все цветет. Все цветет и пахнет. Вот одуванчики. Расцвели. Красивое дерево. Представляете, как оно зацветет, какое оно будет красивое. Вдали от шума городского. Хотя, наверное, слышно шум, да? Над Братеевский мост. А здесь, видимо, паром приплывают катера. Вот-вот-вот птицы полетели. А как красиво. В таком небе. Здесь, по-моему, да, приплывают катера. Видимо, прогулочные. Знаете, вот когда не снимаешь видео, как-то не замечаешь. А вот когда я начала снимать свои видео, у меня канал свой, так как вы его смотрите сейчас, типа не хотела присесть, вот лавочка, где-то присесть. Везде присутствует обязательно пиво и алкоголь. Ой, не алкоголь, а маты. Разговаривают по телефону, обязательно матерятся. Ну почему так? Ну, я не знаю. Ну, конечно, матерятся все, но ну, почему-то очень много. Вот где бы ты ни прошел, где бы ты ни присел. Погода, такая погода хорошая. Такое вот все красивое. Ну, русский мат, он есть русский мат, но все равно, ну,
вот хочется где-то как-то на природе уединиться, сесть спокойно. Не можешь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я вас очень-очень прошу посмотреть мои видео, смотреть от начала до конца. А вот и кораблик поплыл. Наконец-то я дождалась. По-моему, землю повез или что он там повез? Так что плавают катера, корабли. Зацвели тюльпаны разным цветом, желтым, белым, красным. Это содрогается, это сообщение мне приходит, и такая вибрация на камере. Но мы все равно будем смотреть, за всем следить. Мост, я вам уже показывала. Добротеевский мост. Во всей красе мы уже с вами ездили здесь и на лифте. И ходили, и смотрели. Но цветов там не было пока. Да, вот они такие редкие, но красивые. Почему-то там фотографии на видео, они не очень смотрятся. А когда вживую, ох, какие... Ветер сильный поднялся. Ну, вокруг реки очень убрано, очень красиво. А здесь видите, какой ветер. Видите, посеяли прямо под мостом. Посеяли травку.
накрыли пленкой. И вот посмотрите, какой ветроган. Хорошо пленку закрепили, а то унесет только так. Представляете, я все видела, но чтобы под мостом озеленение было, я еще такого не видела. Ну, молодцы. Ну, что еще хочу сказать? Пока-пока. Всем всего хорошего!